Дело в том, что со стороны Freedom House была поддержана работа группы, которая вела сбор информации для составления хронологии событий на юге. И через короткое время после июньских событий 2010 года несколько экспертов выехали на юг Кыргызстана, чтобы собирать данные. То есть как происходили эти события, каким образом, какие яркие моменты были. На мой взгляд, это, в принципе, первый отчет, который настолько детально восстанавливает хронологию, по крайней мере, в Волжской области, вашей